По словам жителей дома номер 7 по улице Карбышева, проблемы с протекающей крышей возникают на протяжении последних 10 лет. Сырые стены в квартирах у первого и второго подъезда. В пятиэтажке вода с крыши добралась уже до третьего этажа. В этом году это просто невыносимо. Влажность, сырость, дышать нечем. Вот посмотрите, все течет по всей стене. Туалет, ванны, кухня. Проводку меняли, горела проводка. Жильцы многократно обращались в управляющую компанию, но обоснованного ответа не следовало. Раньше, как они сказали, делали капитальный ремонт, вроде бы как капитальный ремонт крыши делали. Но после этого мы обратились, у нас начало течь. Говорят, как это у вас начало течь, когда мы делали капитальный ремонт только вот. По словам генерального директора управляющей компании «Тамбовинвестсервис» Дмитрия Зуева, в 2009 году проводился капитальный ремонт межпанельных швов и коммуникаций в этом доме. Совместно с жильцами было принято решение крышу не ремонтировать, так как она была практически в идеальном состоянии. А заявки на ремонт стали поступать только в марте этого года. Действительно, у нас есть заявки от 9, 12, 15 квартиры. Сегодня первый день, как установилась хорошая погода. Я думаю, что сегодня уже во второй половине дня ремонтные бригады будут на этой крыше. Нас заверили, что в ближайшие дни ремонт крыши дома по улице Карбышева будет выполнен. И у жильцов больше не останется вопросов по этому поводу к управляющей компании. Роман Польшаков, Владимир Моисеев, Александр Кобзарев. Область новостей.